Ребят, привет! Настало время оставить отзыв о мультиварке фирмы Redmond модель RMC-M38. Мы ей пользуемся уже четвертый год. Сейчас я достану эту мультиварку, и мы с женой ставим свои полноценные отзывы. Перед тем, как записывать этот видеоролик, я заглянул в интернет и посмотрел, продаются ли такие мультиварки. Да, они еще продаются. Спокойно ее можно купить, и цена на нее не опустилась. Мы покупали ее в районе 5000 рублей 3 года назад. И сейчас ценник 5000, 5500, есть места, где 4500. Ну, в общем, мультиваркой мы этой очень довольны. Это не реклама именно этой мультиварки, это наш обычный отзыв. Какие преимущества мультиварки? Мы научились классно готовить еду на пару. И не только, различные блюда можно приготовить. Еда на пару получается особенно вкусная. Вкусные получаются котлеты, рыба. Можно разогреть на пару пельмени. Можно приготовить на пару овощи, картофель, свеклу, кабачки и так далее. Пользоваться мультиваркой очень просто. Сейчас я не буду вам рассказывать, как ей пользоваться. У нас есть отдельный видеоролик. Ссылку я прикреплю в описании. Можете перейти и посмотреть. За время работы мультиварка ни разу не давала сбой. Не было каких-то там глюков и так далее. Готовит прекрасно. Вот посмотрите на состояние чаши спустя это время. Чаша не поцарапана, все отлично, еда до сих пор не пригорает, все окей, чашу мы ни разу не меняли. Вот вы перед собой видите тарелку для готовки на пару. Вот здесь можно укладывать кусочки рыбы, котлеты и так далее, и приготовить еду на пару. Мы оставляем свой честный отзыв, мы эту фирму рекомендуем от души, поэтому, если будете покупать мультиварку, я рекомендую вам покупать именно эту фирму. Почему? Потому что некоторые фирмы мы не знаем. Эту фирму, во всяком случае, мы везде слышали, по телевизору, и по радио, и так далее. Да, есть мультиварки дешевле, на 2-3 тысячи рублей, но там неизвестные фирмы. И как себя эта мультиварка зарекомендует в процессе работы, мы не знаем. Поэтому мы остановились именно на мультиварке Redmond. Если у вас какие-то вопросы возникнут в ходе эксплуатации этой мультиварки, именно вот этой модели, напишите свой комментарий под видеороликом, и мы для вас снимем видеоответ. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока!